Ой. Help. Ну, метро сломали, охуеть. Что делать? Покажи скиллуху, разбей сильвуху. Да без проблем, блядь. А вам слабо, блядь? Новый закуп, блядь. Инновационный закуп на пока. Новый. Хочу игру проебать эту. Пазику взял, чтобы крипы меня не убили. Если он отошел бы, я типа выжил бы. Но если он сюда идет, я выжил 100%. Ну это бессмертие абсолютно, типа. Тут лотар это бессмертие. Убить эту шлюху, нет. Фу, блядь. Я снова в деле. Хелп. Ой. Забашил меня. Сосать раки, блядь. О, нет, похуй не сосать. Просто помогу ему райт-кликом каким-то. Ну, типа, блядь, ладно. Я сбил дагер, ебать, батя! Охуенно. Не ждал, что так выйдет. Ну, нет, в смысле, ожидал. Я знал, что так получится, поэтому... Ну, типа, это чисто расчет. Ну, я сижу просто, у меня в голове формулы, знаете, счетная машинка, так называемая. И она учитывает все ходы наперед. Что он хочет, без амлета меня убить или что, не понимаю? А, так, вот так и другое дело уже. Это другое дело. Всегда я смотрю такой на карту, один герой стоит, потом отсюда двое. Ты так сказал, один отсюда, один отсюда, один отсюда такие. Только ради тебя сыграем, сейчас мы порём, но я скажу сразу, чатик, серьезно, эту игру не берите, потому что это сегодня игра третья, я не знаю почему, я очень сильно туплю, мне жарко, потому что я сижу в джинсах, ебать отдал. Крокнул. Поехал. Ладно, ничего страшного. Поэтому сейчас ебало сплюну и размножу пидорасиков. Опачки. Один паучок такой гуляет по улице, и за ним такие, чё ебать, сдави паука. Здорово, ебать. Ну это встреча. О, не убиваю. Возьми варду меня. Чё, зацепишь? Я тебя пока... Пока вивер нет, можно развлекаться. Да, все есть пока. Вот. На, нахуй. Я забыл, что он застанился. О, не умер. 6 секунд прокат будет. А ну дам. Дашь крест? А, нет, ладно, я придумал. Бьется, ты смотри, кому дал.
ТП, 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 найс. Есть, блять, я лучше в этой игре, нахуй. Я вложил в него ТП, чтобы он сделал, потому что я знаю, что там единственный станет Рубик. Если он тратится, он выживает 100%. Куча охуенная в этой игре, я точно обязан ее выиграть. Ребят, всем спасибо за просмотр данного ролика. Надеюсь, вам действительно понравилась нарезка с Твича. Скажу сразу же, ее делал сам. И именно моменты клипов отбирали люди и прислали их мне ВКонтакте. Я же сам это все склеивал. Это заняло не больше, чем 40 минут. Что могу сказать? Если вам действительно нравится подобный контент, именно вот эти нарезки со стримов, то есть вы, например, не успеваете прийти откуда-то там с учебы, работы и посмотреть сам стрим и хотите посмотреть нарезки, то вы, находясь на одном из стримов, можете смотреть трансляцию на Твиче, нажимая там кнопочку Create Clip, отправлять мне этот клип ВКонтакте. Если вам не нравится, записываю в блокнотик. С блокнота я его потом вставляю в отдельный браузер, ну, то есть все копирую, там все записываю, вырезаю и заливаю на канал, и вы кому-то помогаете. То есть делаем вот эти клипсы вместе, записывайте их, скидывайте мне ВКонтакте, отдельно я буду отбирать, вам отдельный респект, мне отдельный контент, который будет выходить довольно часто, если вы будете часто присылать мне эти клипсы ВКонтакте на Твиче. Сразу же скажу, что буду очень рад, если вы будете смотреть трансляцию на Твиче. Приходите, кстати, на трансляции, все ссылочки на трансляции будут в описании этого стрима, точнее, в описании этого ролика. Также есть ссылочка на игру ВКонтакте, на мой Инстаграм, на меня, и все ссылки будут в описании. Заходите, подписывайтесь, пишите, задавайте вопросы и так далее. А вам отдельный респект за просмотр, и всем пока!